Дорогой друг, ну вот, смотрите, еще один способ посадки, о котором я вам говорил. Я у баклажки отрезал днище, но я был один, баклажку положил на бачок и потихонечку ножничками вот так вырезал. Вот она. И теперь что мы делаем? Смотрите, установил, как нужно, вернее, как будет саженец стоять, обсыпаем его немножко, ну, чтобы он не завалился там. Вот. Обсыпаем его. Можно даже сейчас еще немножечко полить. Но это мы сейчас с вами сделаем. Так, чтобы сейчас почва осела у нас. Так. Вот, смотрите. Можно и саженец тоже полить. Ничего, хуже не будет. Вот, смотрите, сейчас почва осядет. Так. Сейчас я вот тут себе сделаю, чтобы ногу поставить, чтобы не испачкаться. Так. Смотрите. И вот так сейчас мы его... Так, не идет. Значит, мы пальчиками давим сверху. Нужно было, конечно, обжать ее. Я немножко не догадался. Ну ладно. Или я, знаете, когда обрезал дно, вот эту часть закругленную не обрезал. Но я вроде обрезал все аккуратно там. Это уже почва, она к баклажке прилипла. Хотя я саженцы проливал. Еще минуточку. Ну, можно вот так немножко потрясти его. Так, саженец на месте. Ну, вот, смотрите, видите. А вот, видите, нету дна. Ну, можно было, в принципе, немножко повыше обрезать. Вот, вот так. Не прям по самому дну. Вот где я обрезал, видите? А немножко повыше. И она тогда, баклажечка ровная была. И закругления вот этого не было. Если будете обрезать, обрезайте выше. Ну вот все. Наш саженец готов. Сейчас я немножко обсыплю почвой. Ну и все.